Екатерина Шибалова примеряет на себя костюм бурлака. В день города она исполнит одну из главных ролей. За двое суток до торжества готовы все реквизиты – большая лодка, канаты. Участь волжского бурлака в субботу сможет ощутить каждый. Оборудование нехитрое – это канат, который привязывается к лодке, и к другому концу каната привязываются лямки. То есть это могут быть либо автомобильные тросы, либо просто любые широкие тесемки. Ощущение, конечно, достаточно интересное. Самое главное – сдвинуть лодку с места. Старт праздника состоится в 11 часов у Рыбинского драматического театра. Здесь пройдет встреча с кумиром многих – Василием Лановым. Он в город приедет на открытие мемориальной доски известной рыбинской актрисе Пелагеи Стрепетовой. Всего же в этот день в Рыбинске будет работать 15 развлекательных площадок. Огромное количество развлечений, как для детей, так и для взрослых. Будет джазовый фестиваль. Будет конкурс предприятий общественного питания, конкурс «Карабаев». Своеобразным подарком для всех рыбинцев станет передвижная студия Первого Ярославского. Она разместится здесь, на Волжской набережной, у памятника Ашанину. Ровно в 19 часов начнется итоговый выпуск программы «День в событиях». И каждый сможет стать ее участником. Только интересные люди, актуальные темы, незабываемое фаер-шоу и розыгрыш призов от нашего телеканала. Ольга Хромова, Владимир Выдумлев. День в событиях.